Всем привет, друзья! Всех рада приветствовать на своем канале. И сегодня предлагаю вместе со мной приготовить очень вкусное, ароматное овсяное печенье. И если вы любитель этого лакомства, то этот рецепт придется вам обязательно по вкусу. И для начала приготовим мучную смесь. Просеем 250 грамм муки и добавим к ней столько же овсяных хлопьев. Это примерно 2 стакана. Овсянку нужно перемолоть в блендере до состояния муки, а также добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и хорошо все это перемешиваем. В отдельной миске 200 грамм сливочного масла перетираем с 200 граммами сахарного песка, а также добавляем ванилин на кончике ножа. Можете воспользоваться миксером или перетереть все вручную. Теперь к маслу с сахаром добавляем овсяно-мучную смесь и снова перетираем все в крошку. Попутно замечу, что овсянку можете брать любую, у меня она традиционная в 15-минутной варке. Добавляем 2 яйца, 1 столовую ложку меда и 1 стакан рубленных грецких орехов. В этом рецепте также идеально подойдет миндаль, так что если вы любитель миндаля, можете смело заменять грецкие орехи на миндаль. На этом этапе вручную замешиваем тесто, оно получается рыхлое и почти не липнет к рукам. Итак, друзья мои, примерно такой консистенции у вас должно получиться тесто. Теперь нужно сформировать из теста небольшие шарики. Для удобства я воспользовалась ложкой для мороженого. Вы можете делать любым удобным для вас способом. Нужно просто слепить из теста одинаковые по величине шарики и уложить заранее застеленной пергаментной бумагой противень. Я слепила шарики весом примерно в 45-50 грамм, вы можете делать больше или меньше. Выпекайте печенье при 180 градусах примерно 15 минут до золотистого цвета, не передержите. Итак, дорогие друзья, печенье готово. У меня из данного количества ингредиентов получилось ровно 23 печенья. Непередаваемый аромат стоит у меня на кухне, всем настоятельно рекомендую приготовить это печенье, и это будет еще один рецепт в вашу копилку. На сегодня у меня все, как всегда подробный рецепт вы можете найти внизу под видео, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр и пока-пока!